Исполнение сейчас, то, которое мы слышали, это хор музыкального театра «Клайпеды». Здорово, да. Вот ребята собрались и, собственно, спели то, что написала Настя Дмитрюк. И Настя сейчас с нами на прямой связи. Приветствуем вас. Рады видеть, да, слышать. Здравствуйте. Настя. Доброе утро. Героям слава. Слава Украине. Слава Украине, героям слава, да. Настя, расскажите, как это все произошло? Вот как вы написали? Как это писалось все? Расскажите. Ну, да, как написалось? На эмоциях и написалось. Как раз после Майдана и, ну, во время Майдана и после расстрелов. И вот, наверное, в самое тяжелое время, когда все-таки нашлось то критическое количество людей, которые выстояло. И вот их очень хотелось поддержать в тот момент. Не сломаться, не уйти, не разойтись и все-таки выстоять. И вот написала... То, что написала, я хотела сделать свой вклад в революцию, в протест, в нашу борьбу, и вышло, вот что из этого вышло. Настя, ну понятно, что это такой целый мыслительный процесс, который приводит к рождению песни, к рождению этого произведения искусства. А думали чуть дальше, вот еще на один шаг, ведь наверняка есть ответ. Если не братьями, ну то есть братьями не будем, кем будем? Ну... Начиная, тут не то чтобы на шаг вперед, тут можно оглянуться назад, мы никогда не были братьями, и то, что сегодня происходит, это просто продолжение, и это очередная война, это не первая война за нашу независимость от этого вот названного большого брата, который хочет рассказать и диктовать нам свои условия. Ну, то есть это не братство, это... Соседство. Очень... Да, это только, возможно, только соседство, и я очень надеюсь, что когда-нибудь это будет доброе соседство, а не так, что с их двора всегда будет прилетать что-нибудь новое и опасное, и неприятное. Поэтому мы никогда не были с ними братьями, это только их идея пропаганды, которая навязывалась всем республикам, кроме федерации, потому что федерация, они считают, что вот они... Главные, они и империалисты, они империя, а мы все должны жить так, как они скажут, и подчиняться, и выполнять их приказы беспрекословно, вообще, в принципе. Настя, у вас есть в России родственники, друзья, вот люди, с которыми вы так или иначе поддерживаете связь какую-то, которых уважаете? Вы знаете, мне кажется, это вообще даже не важно, в России они или нет. У меня есть родственники, которые не в России, но они абсолютно за Россию. Вот даже так. И, то есть, мне кажется, это не по границе делится, это по состоянию души. То есть есть очень много фанатов и людей, которые мечтают называться русскими, потому что для них это авторитетно почему-то. Вот опять-таки результат пропаганды. Для них это круто. И вот у меня есть там родственники в Молдавии, например, и для них Россия это круто. Вот они мечтали всегда переехать в Россию. Они никогда не понимали, почему я такой стих написала, почему мне не нравится Россия, почему вообще украинцам не нравится Россия, вот вообще почему. Ну, то есть, это не по границе делится, это по состоянию души и ума. Слушайте, вот сейчас, учитывая все последние новости, связанные с этой страной, вы общались с ними? Они что, ждут оружие? Вот конкретно они, российское, чтобы они зашли на их территорию? Как это все? А у них... Я с ними не общалась, общались родители. Ну, они... Я не могу сказать, что они поддерживают Украину. Вот они, наверное, считают, что это результат нашего... неповиновение. Ну, вот сами виноваты. И жалко, конечно, приезжайте, у нас много беженцев из Украины, приезжайте, но нет вот этого, что вы должны выстоять, мы за вас, ну, типа, вот этого нет. То есть они думают, что это нам наказание за непослушание. Вот так ремнем нас надо воспитать, потому что мы такие свободолюбивые. Да, сейчас в некоторых городах Украины убирают памятники Пушкину, например. Ну, видимо, как часть вот той коллективной ответственности русских, российских граждан, да, за ту войну, которую Россия сейчас ведет против Украины. Как вы считаете, это правильный шаг? Да, я считаю правильный. У нас очень много в украинской культуре имен, которые достойны памятников, достойны названий улиц и... Пушкин — это ностальгия России, что вот они почему-то еще думают, что они вот страна Пушкина. Но это уже давно не так, это страна Соловьева и компании,
это страна обманутых, это вранья страна, это вообще какой-то ужас, просто шлакоблок, я не знаю, что это за страна, но точно не Пушкина, и это очень-очень было давно и уже почти неправда, поэтому лучше замените эти красивые места для памятников украинскими деятелями и те, которые потерпали от российской власти, от советской власти, которые были расстреляны, которые боролись за Украину до последнего своего слова, до последней запятой и точки. Мне кажется, их нужно сегодня доставать из архивов и о них говорить, потому что их слова сегодня так же актуальны, как и когда-то давно. Вы знаете, что есть в России такой легион свободы? Туда входят русские, которые не хотят повиноваться, собственно, тому режиму, который есть, и они воюют также против России, по большому счету, тоже как и украинцы, да, и так далее. Вот. Их немного, да, это правда, но они есть. И вот в связи с этим такой вопрос. Когда будет победа Украины, где тот фильтр будет, чтобы понимать, что это наши враги, и мы их просто победили, а это русские люди, соседи, не обязательно с ними дружить, но вот соседи, можно на соль принести условно. Вот такой философский вопрос. Ой, это очень сложно. И мне кажется, это будет всегда зависеть от человеческого фактора, конкретного какого-то случая. То есть есть люди, которые до сих пор будут и поддерживают с ними отношения там, с нормальными или ненормальными, которые считают, что это их ответственность поддерживать с ними отношения. А те люди, которые борются против России и типа за Украину, то, вы знаете, я бы все равно их не возводила в статус героев, потому что это их ответственность, и им нужно было это делать, наверное, намного раньше и выходить намного раньше на свои майданы, потому что они все это допустили, и своим молчанием эта страна благословила все то, что происходит сегодня в Украине, то, что происходило в Грузии, то, что происходило во многих других странах, где они развязывали войны. Они, весь этот народ, молчанием это все разрешил. И то, что сегодня жменька из них все-таки одумалась или решила восстать, ну, молодцы, круто, но, по-моему, чуть-чуть поздно. И те жертвы, которые сегодня несет Украина, ну, и это несоизмеримо. Поэтому я точно не смогу простить их всех. Вообще мне все равно кто, потому что они все соучастники одного теракта. И я никогда не прощу ни детей, которые пострадали, которые умерли, вот эти трехмесячные младенчики, которые только родились и вот уже погибли на войне, потому что кому-то вот захотелось, и кто-то долго молчал, поэтому я точно не прощу, и я надеюсь, они точно не придут ко мне за солью, потому что там будет не соль, и, ну, я не смогу простить, я думаю. Может, есть люди, которые добрее, более с широкими сердцами, ниже меня, потому что ну, может, кто-то сможет, я не смогу. Ну, скорее всего, эти ребята, которые являются гражданами России, но сегодня воюют на стороне Украины, они сражаются скорее за новую Россию, за ту Россию, которую они в свое время не сумели отстоять. Ну, да, не факт, возможно, что она так не будет империей другой. Не факт, кстати, да, мы этого не знаем. Настя, война, она продолжается, с огромным сожалением, я сейчас это говорю, 68-й день после полномасштабного вторжения российских оккупантов на украинскую землю. Новые стихи рождаются? Да, конечно. Не так часто, как хотелось бы, наверное, но да, да, немного есть. А я могу просить вас зачитать какой-нибудь из них? А я даже не знаю, потому что новое написано на украинском языке в формате вашего конкретно сегодняшнего эфира. Не знаю, насколько оно вписывается. Ну и плюс оно там с цензурой. Вы знаете, все, а стихи, наверное, я думаю, можно, потому что тут главное, как оно дойдет. Тут даже... А я думаю, оно дойдет, чем слова, потому что там только одно направление, и с него не собьешься. А давайте попробуем. Ну давайте. Ти, сука, здохнеш в цім краю, у полі, в небі, у гаю, де йдуть без зброї на броню, де кажуть нахуй кораблю. Ти прогниєш у цій землі, на моїй визвольній війні.
Розквітне сонях навесні, могутня армія Русні. За Харків, Марік, за Ірпінь, за прірву надлюдських терпінь. Наступні 10 поколінь у пеклі скнітимеш. Амінь. Ми Чорнобаївка. Тимрець, безжально злитий на нівець. Нам уривається терпець. Ти здохнеш, сука. Це кінець. Настя, Мітрук. Да. Вы знаете, я думаю, Настя, тут переводить не надо, как бы. Я думаю, тоже. Да, достаточно все четко и понятно. Вот стихи все-таки такая очень универсальная история, даже если ты совершенно не знаешь язык, особенно когда автор его читает, это прям в точку бьет. Спасибо вам огромное. Я думаю, ничего и не скажешь просто инакшего, им ничего просто сказать инакшего этим. Вот сейчас можете на русский же переходить, чтобы, да. Да, я понимаю, что сложно переключиться, да. Да, да, да. Поэтому, да, как бы я других слов не нашла после Мариуполя, Харькова и Бучи, и Ирпеня, и... Марик, кажется... Марик, вы так назвали Мариуполь, Марик, да, это прям так по-доброму, так по как-то вот по, ну, не знаю. Это... Да, но и другие символы использовали, которые сейчас уже интернационально понятны или во всем мире понятны, та же Чернобаевка, например, да, по-моему, да. Сегодня это не, да, не только... Да, Чернобаевка — это наша... Да, не только населенный пункт, это гораздо больше, это уже символ. Прошлись по хэштегам, как говорится, современным языком, да. Настя, спасибо вам огромное. Спасибо вам за включение, спасибо вам за вдохновение, где вы его находите, как бы тяжело ни было бы, потому что это ваш фронт, он огромный, он очень важный. И вот мы только что перед включением с вами слышали, как этот фронт работает уже и за пределами Украины, и как он бьет, и что он делает. Спасибо вам большое. Анастасия Дмитрук была с нами, поэтесса и автор стихотворения.